Приветствую, с вами Екатерина. Я очень люблю плющ, и поэтому про плющ у меня много видео. И видео о том, как он растет, какие советы из моей практики я могу вам дать. Простите, лают собаки, ничего изменить не могу. Про этот плющ, про эту стеночку с плющом. У меня есть видео, как мы устанавливали с супругом эту стенку для того, чтобы плющ полностью ее обвил. Устанавливали стеночку в основном для того, чтобы немножко прикрыть здание туалета. Не хотелось, чтобы эта постройка сразу же бросалась в глаза. И предлагаю посмотреть сюжет. С вами Екатерина Снытко, видеоблогер. И сегодня мы с супругом покажем, как помочь плющу подняться. Вы видите, что вот здесь сетка, но, как видите, плющ не поднимается. Как бы я его ни старалась здесь прикрепить, не получается. И сегодня мы покажем, как сделать, чтобы плющ рос и украшал эту стойку. Чтобы плющ мог карабкаться и иметь опору на что, мы решили использовать бывший в употреблении шифер. Можно использовать более легкую основу, но у нас был шифер, и поэтому решили использовать его. Видите, что супруг сделал дрелью отверстие и сейчас крепит алюминиевой проволокой к этой стойке. Плющ в таком случае будет иметь возможность расти и с этой стороны, где он в основном растет, и с обратной стороны. Теперь, посмотрев сюжет, вы сможете сделать такую же стеночку из подручных материалов, и у вас будет красивая живая стенка. Мне она очень нравится. Правда, плющ начал разрастаться. Но это и хорошо. Главное поставить ограничитель, чтобы не пошел абсолютно во все стороны. Но с другой стороны, хорошо, он дал корни. И теперь можно выкопать эти участочки плюща и посадить в том месте, где надо. А в целом, конечно, я очень довольна результатом и роста плюща, и результатом нашей работы с моим супругом.